Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil Remastered. Окей, продолжаем мы с вами исследовать особняк, точнее, даже в этой серии мы начинаем исследовать особняк, потому что прошлая серия была чисто, мы там вспоминали управление, вспоминали что как, смотрели где что, вот, и в этой серии мы начинаем с вами исследовать этот мрачный особняк. Комменты, короче, вы написали, что сделать чуть побольше, ну, размером камеру. Вот. И я ее, короче, чуть-чуть вот увеличил. Не знаю, отпишитесь в комментах, как нормально ли. Если все нормально, то я так ее и оставлю. Окей. Также нас покоцали. Покоцали очень сильно. Это и не есть хорошо в самом начале. Ну, я просто не ожидал, ну, забыл, не ожидал просто, что зомбари такие здесь мощные. Окей. В главном зале здесь нам делать нечего, отправляемся, короче, дальше. Окей. Постараемся поменьше. Так, понятно. Да, я пока не пойду. Постараемся поменьше сталкиваться, пока у нас... такое хреновое состояние, поменьше сталкиваться с врагами. Так, труп вашего товарища Кеннета. Похоже, он что-то держит. Эта запись принадлежит Кеннету. Мне нужен видеоплеер, чтобы посмотреть, что там записано. Окей. Труп вашего товарища Кеннета. Похоже, что ему разорвали глотку. Все, больше нет. А в оригинале здесь, по-моему, у трупа лежали патроны. Если не изменять память. И ладно, отправляемся. В оригинале также компания за Клэр, почему-то Клэр вспомнил. Компания за Джилл, она в принципе легче, чем за Криса. Но здесь в ремастере я думаю, что нет. Я думаю, что здесь также по сложности будет. Так, отлично, патроны я вижу, хорошо. Боезапас у нас есть, патрончиков теперь. Хоть каких-то изучить. Такие вот у нас, смотри, даже мерки есть. Магазин для пистолета 15 патронов 9 мм. Парабеллум. Парабеллум. Окей. Нам нужно найти... опа, еще труп. Нам нужно найти... Погоди, а это труп? Этот труп, наверное, встанет. Это... кандалы, смотри, на стене. Перья. Большая клетка для птиц. Внутри мертвый ворон. А, мертвый ворон. Есть. Так, отлично. У нас есть теперь аптечка. Зеленая трава. Беру обе, короче, я их сейчас комбинирую, наверное. Было бы лучше ее скомбинировать с красной травой, но так как ее пока нет, и у меня критическое состояние, поэтому мы скомбинируем и съедим. Декоративщая трава сосредоточена в этом районе. Поэтому мы скомбинируем так и съедим сейчас сразу. Это, конечно, все плохо, это плохо. Начало очень у нас плохое получилось. Вот. Надо как-то... экономней. Наша сейчас главная задача найти ключ, какой-нибудь ключ, потому что двери закрыты в основном все. Отлично, еще трава. Бляха. Так, а вот перезарядить надо, потому что... Потому что... Так. Вот эти вот бляха, что здесь, что там лежат, они... вот, они встанут стопудово. Так, а куда идти-то? Здесь, туда. Бляха! Тихо. Да повернись-то на него. Так, ножик.
Как это комбинируем сразу? Ой-ой-ой-ой, патронов-то, патронов-то! А, да ладно, я его захерачил. Отлично. Но они не мертвы, не мертвы. Мне нужно... Мне нужно... Мне нужно найти зажигалку, нужно как-то их поджигать. Закрыто с другой стороны, хорошо. А, все, вспомнил. Здесь, короче, вот наконечник. Наконечник, да, стрелы и еще патроны. А, изучение предметов. На экране статуса выберите предмет, сделайте выбор изучить, вы увидите, понятно. Мы там увидим все. Быстрее, быстрее, возьми, возьми, возьми и беги потом. Так, 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 надо бежать, бежать. Беги! Падла. Падла. Так, окей, патроны, патроны я сейчас перезаряжу. Окей, давайте вот это изучим, посмотрим. У нас стрела, вот этот наконечник нам нужен. Похоже, что наконечник можно снять. Да, наконечник мы этот снимаем. Наконечник сделан из оливина. Иногда его называют изумрудом бедняка. Так, окей. По-моему... Сейчас стоит отправиться. Стоит отправиться в этот, обратно на кладбище и поставить этот наконечник. Здесь, по-моему, вороны сидели. Наверху там. Под потолком. Насколько я помню. Почему их здесь нет? Потом появится. Того в коридоре пока не трогаем. Потом, когда у нас будет уже более-менее запасы, короче, там ружье или что-то еще, мы с вами. Здесь как бы, в принципе, не обязательно со всеми-то сражаться. Можно как-то там убегать, уворачиваться, убегать. Так, на кладбище. Там патроны для дробаша, но я пока не буду, короче. А, да ладно, смотри, исчез. Значит, он все, я его убил. А почему так? Я думал, они не умирают. Смотри, какой он страшный-то. Вообще криповый какой-то мужик. Так, надеюсь, там внутри, внизу никого нет, потому что я не помню. А, ебте мать, здесь надо будет маски собирать. Каменная статуя с отверстиями на месте глаз. Каменная статуя с отверстиями на месте глаз, носа и рта. Каменная статуя с отверстием на месте носа. Каменная статуя с отверстием на месте рта. Ну понятно, короче, здесь надо будет маски собирать, по-моему. Вроде как. Цепи двигаются, куда они ведут. Все расскажи да покажи, бляха. Книга идеально лежит в углублении. Возьмете книга проклятия. Следующая надпись вырезана в углублении. Око за око, зуб за зуб. Окей. Так, изучить. Опа, вот и ключ. Ключ прикреплен к обложке. Снять его. Хорошо. Вы получили ключ особняка. Книга проклятия. Четыре маски.
Маска, что молчит о зле. Маска, что не чует зла. Маска, что не видит зла. Маска, что не может ни говорить, ни чувствовать, ни видеть зла. Когда все четыре маски на месте, зло проснется. Да. Как раз таки. Вот. Так, а что у нас за ключ? Что мы за ключ взяли? Меч. Ключ с изображением меча, окей. Ключ с изображением меча. Так, где выход? А здесь ничего нет? Дико танцующий огонь. Дико танцующий просто. Дико! Танцы дико! Дико танцует костер и... Так, потом с тобой разберемся. Нужно возвращаться, маски там ставить. Окей, ключ меча. Ключ меча у нас... В принципе... По-моему, вот здесь. Так, вот здесь у нас щит, да, вроде? Шлем. Окей, здесь у нас шлем. А вот здесь у нас, по-моему, щит. О, ключ. Оп, фу, меч. Так, окей, там комод задвинулся. Ага, ключ я использовал. Автоматически используется, это хорошо. Это хорошо. Так, вот эти шкафы, по-моему, двигаются, нет? Различные скульптуры и предметы из керамики. Нет, не двигается. Какие-то, по-моему, шкафы здесь двигаются. Вот, вот этот двигается. Он более выделен. Так, хорошо. Бляха! Вот это я забыл. Меня что-то напугало. Что-то напугало. Оттуда, по-моему, собаки выпрыгнут. Так, кинжал, окей. Просто я не ожидал, а они, по-моему, выпрыгивают потом, эти собаки. И я не ожидал, что треснет окно. Так, это двигается? Нет, тут ничего, кроме кучи декоративных тарелок. Понятно. Вот этот, по-моему, двигается шкаф. Я ходил в ту сторону, да? А, или все правильно. Там патроны. Да, в другую сторону надо двигать. Патроны? Ты чё? Отлично, патрончики. Я аж, бляха, испугался, что все не задвинуть будет. Так, патроны хорошо, немножко копится потихоньку. Тут где-то ружье, по-моему, было. Будет. Если мне не изменяет память, то, по-моему, Барри нас тут спасет. Вы использовали ключ-отмычку, хорошо. Здесь есть, да? Псина. Псина. Тихо, она запрыгнет. Так, а что у меня с местом? У меня два места есть. Леха, две псины. Они запрыгнут, нет? Так, канистра, хорошо. Или они потом запрыгнут? Они, по-моему, должны запрыгнуть, но я не помню, когда. Так, комбинируем. Вот так, отлично. Потом, что у нас? Опять два места, да? Леха. Так, ну окей, я, короче, заберу вот это. Траву я пока здесь оставлю, я думаю. Так, изучить. Смесь из красной и зеленой травы, окей. Ничего больше не говорится. Изучить. Химикат для уничтожения растений.
Гербицид. Так, это пригодится. Я его забрал. А ну-ка, погоди-ка. Так, ладно, траву я пока трогать не буду. Все равно сюда будем заходить, потому что здесь бензин. Да, хорошо, она, короче, сейчас не перепрыгивает. Вот второй раз, когда я зайду, по-моему, она... одна или обе, они перепрыгнут, короче, через это. Мне нужен срочно ящик, короче. Потому что я не смогу взять ружье. Для ружья мне надо, по-моему, два слота. Нет, хотя, может, и один. Точно не помню. Похоже, что вода все еще есть. Хорошо. Не похоже, чтобы тут долго не убирали. Ну да, чистый унитаз, да? Не часто в ужасах, в играх встретишь чистый унитаз. Ванна полна грязной воды. Вытащить заглушку, да. Так, я вот не помню. Здесь сейчас будет зомбарь. Леха, точно. А, я опять свою оружие не брал, короче, ну ладно. Смотри, все равно чистый унитаз. Она так блюванула, короче, прям от ровненько туда в дырку, ровненько. Даже ничего не забрызгала, не запачкала. А, хорошо. Так. Ну, два раза мы сможем, короче, уже это... увернуться. Блин, вот не помню, сколько слотов надо для ружья. В любом случае патроны надо еще от ружья. Так, а он, по-моему, здесь, нет? Да. Ружье именно здесь и находится. Смотри, какая картина. В оригинале не так, да, все это прорисовано. Ну, бляха, сравнить, да? Какой там год, какой здесь год. Похоже, что тут что-то сожгли. Воздух пронизывает едкий запах. Фото со стендов и бронзовых статуй. Ничего интересного тут нет. Кожаные диванчики, смотри. Да, вот ружье. Так, ну-ка, я в первую очередь возьму ружье, наверное. А, один слот. Один. Хорошо. Хорошо, один слот. Дробовик. Используются патроны 12 калибра. Оружие, обладающее широкой зоной поражения. Хорошо. Так. Это я забираю. Это мне влезет. Это я забираю, тоже мне влезет. В принципе, все. Больше здесь нет ничего. Вот теперь мне нужен срочно этот, как его называют? Так, окей. Погоди, погоди, погоди. Раз, дверь не открывается. Ёптимать! Дверь не открывается.
О боже, что мне теперь делать? Уэскер! Уэскер! Берри! Помогите! Джилл! Ты там? Берри? Вытащи меня отсюда! Дверь заклинила! Отойди! Хватай мою руку! Берри. That was a close one. Пронесло. A second late, you would have Еще бы чуть-чуть, и ты бы без проблем вписала сэндвич. Really? Точно. Thanks. Спасибо. But Barry, didn't you... Но Берри, разве ты не должен сейчас обыскивать столовую? Yeah, в смысле, я рада, но как ты здесь оказался? Но мне нужно было тут кое-что проверить. Anyway, Ладно, нам нужно вернуться к поискам Вескера и Криса. Thanks, Barry. Спасибо, Берри. I owe you one. Я у тебя в долгу. Don't mention it. Не стоит благодарности. Что там сейчас с переводом было, я что-то не понял. Как-то зависло все. Так, окей. Короче, нас спас Берри, у нас теперь есть ружье, все отлично, все хорошо. Эта дверь теперь не открывается, вы не можете вернуться назад, да? Окей, я сбился с мысли, что я там говорил, короче, и... А, нужен, короче, ящик. Так, погоди. Правильно я пошел-то? Куда? О, вот сюда. Нам нужен ящик теперь. Так, а ящик, по-моему, вот здесь. Но, насколько я помню, здесь ручка плохая очень. Она сломается. Так, изображение женщины, молящейся перед большой толпой. Бляха! Тихо! Стой! Нет! Уйди, падла! Бляха, один патрон, короче, мимо куда-то выстрелил. Так, надо его... Бежать, падла. Так, беги! Опа-опа-опа-па-опа-ра-ра-па-па-па! Так. Тихо, кровь не течет. Так, нож я выбрал, да? Течет. Фу, окей. Так, там наверху, но наверху мы с вами потом разберемся. Отлично. Так, потихонечку экономить будем. Патроны. Где-ка какие они? Неприятные звуки издают. Отлично. Вот вам. Вот вам. И комната с сундуком. Так, давай почитаем, что там. Особое указание при утилизации трупов. У нас есть новая информация о тех существах. Они могут казаться мертвыми, но на самом деле могут очень скоро вернуться к жизни. Однако есть способы помешать им снова стать активными. В настоящее время есть два известных способа пересечь их воскрешение. Первое – сжигание, второе – уничтожение головы. Ну, вот я в начале прошлой серии я об этом говорил. Если новые методы будут обнаружены, о них незамедлительно уведомят. Между тем, для тех, кто еще хочет жить, керосин был помещен на первом этаже особняка. Берите столько, сколько вам нужно. Вам нужно что-нибудь, чтобы поджигать их, и это вы должны найти сами. Ага, понятно. Бутылочка для керосина здесь стоит, а зажигалки у меня нет. Зажигалку мне надо найти. Зажигалка где-то дальше. Так, спрей. О, отлично. И спрей первой помощи здесь есть. Так, это я убираю. Ага, это я убираю. Это я пока тоже уберу. Так, ножик я оставляю. Ружье. Вот ружье. Я не знаю. Ружье. Ладно, я пока оставлю. Так, эта штука. Я забираю флягу. Я тоже сейчас уберу.
Вы можете взять с собой топливо и поджечь несколько раз с помощью зажигалки. Окей. Так, ладно. Пока я... Да, точно. Керосин здесь есть. Но мне все равно... Все равно смысла пока нет. Ладно. Сохраняться я тоже пока не буду. Сейчас поднимемся наверх. Там где-то должна быть зажигалка, насколько я помню, наверху. Сейчас мы с вами проверим. Вот этого надо сжечь. Вот это надо сжечь, то, что здесь лежит. Потому что оно встанет пока. На стене висят портреты. Все лица на них закрашены. Так, тихо, погоди. Падай, собака! Так. Бляха. Да запутался. Окей. Беги, беги. Все, умер, да? Ну, бляха, его тоже надо сжигать. Его тоже нужно бы... Бляха, еще один, ёпти мать. Тихо. На расстоянии. Отлично, я ему башку прострелил. Хорошо. Этот готов. Этот исчезнет. Вот этих двоих надо будет, короче. На двери нет ручки, вы не можете пройти. Окей. Так, мне надо найти зажигалку. Где-то зажигалка, я не помню. Тут или там она. Открыли ее. Вот здесь сейчас заглянем, короче. Ёпти мать, а! Уйди! Собака. Так, минус ножик, хорошо. Зажигалка, по-моему, здесь. Вы возьмите собачий свисток. Смятая записка. Сегодня сэр Спенсер сказал мне спрятать кое-что там, где никто не сможет это найти. Но у меня была идея. Я подумал, если я смогу каким-то образом составить опасное животное охранять это, такое, как злая собака, которая живет здесь, то никто не сможет добраться до него. Насколько я могу судить, мут всегда крутится около балкона второго этажа, на западной части террасы. Он должен прибежать на звук собачьего свистка. Здесь в дело вступаете вы. Дело в том, что я думаю, вы единственный человек, который может подойти к этой проклятой собаке и избежать серьезного ранения. Это значит, что только вы можете надеть ошейник на нее. Объект, который хочет спрятать сэр Спенсер, находится внутри. Ты единственный человек, которому я могу доверять в этом деле. Конечно, ты получишь кое-что за это. Помнишь одну вещь, которую ты всегда хотел получить? В обмен на твои услуги я мог бы найти ее для тебя. Эта работа может быть выгодна для нас обоих. Джон Толман. Так, окей, это пока еще рано, это я помню. Это я помню. Уже будет такой... Только я не помню, что там у собаки у этой. Что за вещь? Старомодный граммофон, надпись Юпитер. Юпитер. В реале такой существовал с таким названием Юпитер? Или это выдуманное название? Ботаника, использование медицинских трав. Как вы уже, наверное, знаете, существует много лекарственных трав. Еще с древних времен люди научились излечивать раны и побеждать болезни, используя разные травы. В этой книге описываются свойства трех видов лекарственных трав, которые растут в окрестностях горного массива Ракун. И мы приведем пример с их использования. Травы различаются по цвету и обладают следующими свойствами. Зеленая трава восстанавливает физическую силу, синяя трава нейтрализует естественные токсины, а красная сама по себе не имеет полезных свойств.
То есть она эффективна только при смешивании ее с другими травами. Например, если смешать зеленую траву с красной, то эффективность зеленой травы увеличивается в 3 раза. Смешивая травы в разных пропорциях, вы получите различные лекарства. Точные рецепты я предлагаю найти вам самим, потому что это лучший способ приобрести знания. Но тут рецептов, в принципе, немного. Так, зажигалка, хорошо. Зажигалка есть. Выгравированные слова. Не играй с огнем. Люблю Джессика. Так, окей. И Зиппо. Зажигалка Зиппо. Он так называется. Открытый журнал. Его страницы пусты. Книги о различных народах Земли. А здесь тоже, по-моему, ручка она сломана. А, хотя нет. Она с этой стороны не открывается, по-моему. Так, этот исчез. Этот, смотри, лежит, его надо сжигать. И вот этот лежит, его тоже надо сжигать. Так, ну у нас есть зажигалка, есть теперь керосин там. И мы сможем теперь вот этих двоих сжечь. Так, свисток я пока убираю. Беру ленту, короче. И сохраняемся. У меня видос, короче, подошел к концу. Вот, друзья, продолжим уже в следующей серии. Вот. В следующей серии будем... В первую очередь, короче, сожгем вот этих двоих. Возьмем с собой... Бляха, вот место она занимает, вот эта зажигалка и эта фляга много. Но все равно нам придется ее взять с собой... На всякий случай. И по пути надо будет вспомнить, где еще у нас там лежат. А, где стрелу брали, там лежит один. Вот, его тоже сжечь надо. Вот, и продолжим исследовать особняк. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.